doctors, doctors. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes. I'm on the rocks. Rise. Итак, этап первый. Знакомство. Итак, начнем, друзья. Технические характеристики компьютера следующие. Процессор Intel Core i9-9880H. Дискретная видеокарта AMD Radeon Pro 5500M на 4 ГБ. GDDR6. Оперативная память 16 ГБ DDR4-2666. Дисплей 16 дюймов с соотношением 16 к 10. 3072 на 1920 разрешение. Это 5 900 000 пикселей. То есть здесь экран не 4К. У монитора 4К пикселей 8 300 000. У Quad HD монитора 3 700 000. Но это не важно, друзья. В мониторе для macOS важна правильная ретина или неправильная ретина, как бы это идиотски не звучало. Для адекватного масштабирования необходимо, чтобы количество пикселей на дюйм было у не ретины в районе 110 точек на дюйм, а у правильной ретины 220 точек на дюйм, в среднем плюс-минус. В данном MacBook'е 16 дюймов количество пикселей на дюйм составляет 226 точек. Это означает, что лесенок вы не увидите на своем экране. Тип матрицы здесь установлен IPS, ретина глянцевое покрытие. Накопители данных Apple SSD на 1 ТБ, звуковая плата Apple Audio Device, интерфейсы подключения 4 единицы Thunderbolt 3, 40 гигабит по спецификации, аудиоразъем 3,5 джек, 1 сканер отпечатка пальца, 1 датчик освещенности, коммуникация, Wi-Fi 5, производство Broadcom, Bluetooth 5.0, габариты 16 мм на 358 мм на 246 мм. Аккумулятор 99,8 Вт-часов, 8790 мА, литий-полимер. Операционная система и все тесты производились в Apple macOS 10.15.3. Каталина. Камера основная 0,9 мегапикселей, клавиатура с механизмом ножницы, вес 2 кг, адаптер питания 359 грамм. Цвет серебристый. И вот тут, друзья, скажу вам честно свои эмоции. Они были на высоте. Это тот цвет, который я считаю эталоном красоты для себя. Да, Space Gray красивый, но мой цвет это серебристый. Во-первых, через 3-4 года не вытирается краска рядом с тачпадом. Во-вторых, этот цвет просто шикарно переливается с оттенками в темном помещении с разными источниками света. Поставили синий оттенок в лампе, MacBook стал отдавать синим оттенком. Поставили теплый цвет, MacBook начал отдавать теплые оттенки. Хотите Space Gray? Приглушите свет, и у вас он будет выглядеть как Space Gray. И этот цвет ощущается как кусок целого слитого металла в твоих руках. И я уже не говорю про то, что при заставке или просмотре изображения поверхность корпуса, где клавиатура начинает радовать своим мягким отражением. В общем, друзья, полное погружение в MacBook. Очень круто. Огромное спасибо Apple, что оставили данный вариант, поскольку именно с этого чувства у меня началось знакомство с компьютером. Мои первые слова после распаковки были следующие. Какой же все-таки крутой этот серебристый цвет. Классика. Space Gray тоже красивый, друзья. Мне хватает в этом цвете Mac Mini. MacBook для меня будет в серебристой расцветке, это точно. Итак, перед тем, как приступать к тестированию, я сделал калибровку аккумулятора и уничтожил ингибитор в аккумуляторной батарее, поскольку Mac новый. Я так делаю всегда. Как это делать, есть в ролике про эксплуатацию MacBook'а на зарядке. Так что, если хотите ознакомиться, прошу посмотрите в описании ссылку на ролик. Также я сбросил параметр SMC и NVRAM, чтобы обновить все настройки, так как MacBook нулевый. Это обязательное условие при покупке новой компьютерной техники Apple. Поскольку вы можете думать, что у вас брак аппаратный, к примеру, зависает тачбар, кулеры на высоких оборотах постоянно работают, дисплей внешне не определяется, глючит видеокарта, показывая артефакты на экране, процессор выдает ошибку ядра и многое-многое другое. Поэтому перед использованием нового устройства от Apple надо обязательно сбросить параметр SMC и NVRAM. Он просто сбросит определенные настройки, а не будет переустанавливать все
всю macOS. Вам не надо думать при сбросе о резерве всех сохраненных данных. Это делается за одну минуту и решает в будущем множество проблем. А то многие блогеры начинают делать испытания новых компьютеров Mac, а потом грешат на проблему железа, а перед этим даже не удосужились сбросить данные настройки. Поэтому 7 бед, 1 ресет с CMC и NVRAM. Также я еще убрал индексацию файлов в macOS, чтобы система работала чуть быстрее и не выдавала лишние проблемы, хотя куда уже быстрее. Но все же убрал все лишние сторонние фоновые процессы. Я всегда отключаю для себя индексацию файлов как в macOS, так и в Windows. Открываю терминал в macOS и ввожу следующую команду. И наслаждаюсь. Под виндой убирается немного иначе индексация. Итак, начнем с картинок GPU Z и CPU Z. Для тех, кто хочет посмотреть железо изнутри. Я знаю, у меня есть подписчики, которые любят смотреть такие характеристики. Вот они во всей красе. Идем дальше. Начну с приоритета, как для меня это с ремонтопригодности. Ну все очень больно, друзья, здесь. Ремонтопригодность 1 балл из 10, согласно отчета iFixit, из-за распаянных компонентов на материнской плате. Поэтому не то, что вы не сможете сделать апгрейд компьютера в будущем, про это можете однозначно забыть, но и даже в случае выхода из строя какого-нибудь из компонентов, скорее всего, вам заменят весь ноутбук. И даже колхозный сервис-центр не сможет вам помочь с ремонтом, поскольку стоит датчик в данном компьютере T2, который обламывает любого несертифицированного специалиста Apple. Поэтому первое правило из данного вывода ремонта пригодности звучит так. Для покупателей новых MacBook'ов с чипом T2 обязательным условием является владение внешним диском с резервом всех данных. Иначе при наступлении ремонтного случая Apple никакой гарантии за сохранность данных не несет на внутреннем SSD-диске. Это у них официально прописано в документах. Также есть в ролике на канале с названием Apple Protection Plan. Идем дальше. Корпус. Максимальный угол раскрытия ноутбука, как и у предшественника, составляет 135 градусов. По субъективным ощущениям, друзья, это маловато. Когда вы работаете на диване, на согнутых коленях, или, к примеру, как я, в туалете. Был бы угол до 145 или до 150 градусов, было бы идеально. Но что есть, то есть. Размеры и габариты Apple MacBook Pro 15-дюймового на экране в сравнении с Apple MacBook Pro 16-дюймового. И габариты дисплея, чтобы вы могли линейкой померить дома для себя любимых. 345 мм на 215 мм. Так что с обычным параметром шириной и высотой вам будет легче разобраться, чем с количеством дюймов и углом замера. Также MacBook вырос не на 1 дюйм в экране, как многие в интернете говорят, а на 0,6 дюйма, что составляет 1,53 см по диагонали. Сразу коснемся сумок и портфелей для переноски нового MacBook Pro 16 дюймов. У меня, друзья, спокойно MacBook влез в рюкзак, который я брал для MacBook Pro 15 дюймов 2017 года. Так что китайцам с AliExpress нужно будет только в описании добавить пункт, и для MacBook Pro 16 тоже подходит. Но тут добавлю, если 15-дюймовая версия MacBook у вас влезала в сумку со скрипом, 16-дюймовая может не вместиться. Габариты MacBook я вам сказал, можете проверить свою сумку по параметрам. Идем дальше. Тандерболты, мои любимые тандерболты. Итак, Thunderbolt контроллеры здесь стоят от компании Intel. А от кого еще? Это их технология совместно с Apple. Серия контроллеров Intel 7000 серия, а именно 7540. Характеристики вы видите на экране. Но если вкратце, это дает больше совместимых внешних периферических устройств, больше ключей. Ну и данный MacBook единственный из MacBook'ов, который может потянуть два внешних монитора 6К. А это страшные 40 700 тысяч пикселей. Это просто нереально круто, друзья. Но тут также есть заслуга AMD, поскольку данный процессор со встроенной графикой Intel 630 может вытянуть только до 3 мониторов 4К, а это 28 миллионов 300 тысяч пикселей. Итак, в данном MacBook крутые передовые порты на много лет вперед, под любые задачи в мире. Ну что, iMac Pro 2017 года мы уличили в том, что скорость Thunderbolt портов не соответствует заявленным характеристикам. Четвертый по номеру Thunderbolt в iMac Pro 2017 года выдает меньшую скорость, чем заявлено. Давайте проверим теперь MacBook Pro 16 дюймов. Итак, номера портов у MacBook Pro 16 дюймов считаются слева направо против часовой стрелки. То есть порядковые номера Thunderbolt портов идут как на видео. Если вам будут говорить что-то
иное, не верьте, а проверьте. Заходите в утилиты и выбирайте мониторинг системы. Сверху в меню нажимаете на окно и выбираете история графического процессора. И при подключении внешней видеокарты вам показан номер порта. Вот так проверяется. Поэтому, друзья, проверяйте блогеров. Итак, проверить нагрузку и номер порта мы можем по данному пути. Теперь я проверил внешней видеокартой скорость портов. Если убрать коэффициент ошибки, то все порты соответствуют заявленным характеристикам. Подключение двух внешних видеокарт мы проверим чуть позже. Мне надо докупить мощнейшую видеокарту от AMD. Vega 64 и Radeon 5700 XT не считается эталоном мощности. Возьму большой Navi и протестируем, как ведет себя система в мультирежиме. Но результат простой. Скорости соответствуют заявленным характеристикам. Все порты при подключении одного мощного устройства выдают максимальную пропускную способность и не выдавали прерываний в стресс-тесте в операционной системе macOS. Датчик крышки. Итак, в MacBook Pro 16 дюймов установлен новый счетчик или по-другому датчик открытия крышки. Наконец-то Apple сможет запланировать более точную дату умирания шлейфа экрана. Годика так через 4-5. А не через год-два, да, Apple? Для чего это нужно? Любой датчик в случае поломки – это дополнительные траты на ремонт, но также это и дополнительные преимущества. Надеюсь, данный датчик будет давать определенные фишки в macOS системе. К примеру, Apple увидит, что со временем люди открывают на максимум угол открытия крышки и сделает угол больше в будущих моделях, сделает затемнение экрана в случае почти закрытой крышки для экономии энергии и многое другое. То есть будет использовать этот датчик так же, как датчик освещенности для яркости экрана и подсветки в клавиатуре. Также, учитывая впечатляющие громкие динамики внутри нового MacBook, данный датчик может регулировать параметры динамиков и их громкость, тон или приглушать звук при практически закрытой крышке, настройки камеры FaceTime, которая будет следить за лицом владельца и настраивать угол под него и многое другое. Короче, искренне надеюсь, что это даст нам фишки, а не проблемы в будущем ремонте. Конечно, новый MacBook Pro 16 спокойно работает с Apple часами и разблокирует его простым подношением, как подношением в жертву прямо. Также часы помогают устанавливать программы и совершать другие действия, как сканер отпечатка пальца. Но скажу честно, работает разблокировка часами 8 раз из 10. Apple, допилите софт. SSD. MacBook с чипом T2 и заменить SSD в будущем нельзя никогда. Скорость у 1-терабайтного накопителя в среднем составила 2550 на запись и на чтение. Скорость работы с 4К блоками чуть ниже среднего уровня по рынку. Например, Samsung 970 Pro на 40% превосходит Apple-овский по записи и на 35% по чтению, но разница небольшая, и на практике, друзья, вы просто это не заметите. Уверен, Apple тоже не стала гнаться за цифрами. А действительно, какой смысл? Под все задачи подходит SSD? Под все. Значит, и останавливаемся на этом значении. Вот вам сравнительная таблица для знакомства. Также дам вам небольшой лайфхак всем владельцам Mac'ов с чипом T2. Если вы используете внешний SSD или HDD накопитель, и у вас компьютер почему-то зависает, и вы не понимаете почему, а я знаю, что у многих зависает компьютер при использовании внешнего накопителя. Так вот, зависание это происходит как раз из-за чипа T2. Чтобы убрать зависание компьютера, необходимо зайти в системные настройки, далее выбрать пункт «Экономия энергии» и потом убрать флажок с пункта «При возможности переводить диски в режим сна» в настройках аккумулятора и электросети. И все, проблема решена. Apple до сих пор не может решить проблему прошивки чипа T2 с внешними накопителями при переключении в сон, и комп тупо зависает. Так что пользуйтесь на здоровье, друзья. Не все знают, но MacBook'и с чипом T2 дают определение местоположения в выключенном состоянии. И это круто, друзья. Хоть какая-то польза от данного чипа. То есть, даже если у вас уперли MacBook и выключили его, пользователи Apple, которые находятся поблизости с данным MacBook'ом в радиусе 10 метров, передают вам автоматически данные по GPS, и вы сможете обнаружить свой MacBook через приложение Locator или через сайт Apple. Уверен, сейчас Android и Windows
тоже начнут к этому подтягиваться. На данной крышке дисплея установлена камера MacBook 720p FaceTime HD веб-камера. Все блогеры только и говорят про недостаток фронтальной камеры. Друзья, я вас умоляю, Apple считает все ваши действия на Mac'е и отслеживает, чем вы пользуетесь, а чем нет, какие сайты посещаете, какие торренты качаете и многое другое. В общем, она видит все, что вы делаете на своем компьютере. И в скором видео про фишки macOS я вам расскажу, как некоторые вещи стереть с ПК, чтобы не делиться определенными данными, которые могут быть для вас опасны. Но данная фишка не недостаток, а особенность. Для большинства блогеров это недостаток, да. А для большинства пользователей это не критично. Все равно, либо и этого качества хватит, так как используют два раза в год камеру, либо люди тупо заклеят камеру, поскольку страдают паранойей, как и я. Вот и все. Поэтому это не недостаток, а особенность данного MacBook'а. Также многие поднимают вопрос о свисте катушки или дроссели, в народе это называют coil whine. Эту проблему можно обнаружить простым открытием музыки, отключением динамиков и стрелками вверх или вниз вы выбираете композицию, и после этого происходит какой-то странный звук в корпусе MacBook'а. Да, я обнаружил этот интересный нюанс в своем экземпляре. Короче, проверяем на музыке какой-то звук под клавиатурой. Несущественный. И обнаружил я это, положив ухо на клавиатуру. И после того, как я приложил ухо к клавиатуре, я обнаружил шум кулеров, а еще много интересных звуков, которые от него идут. Во-первых, друзья, не надо паниковать, так как первых проблем пока нет из-за этого нюанса. Во-вторых, это можно услышать только в случае, если вы прикасаетесь прямо ушами к клавиатуре вплотную. Вряд ли вы будете так работать. В-третьих, когда вы работаете в MacBook'е, постоянно что-то щелкает и скрипит. Это нормально. Мой Mac Mini первые 3 дня работы вообще скрипел как угорелый и скрипел там SSD. Я не знаю, чем это было вызвано, но зачастую, когда отключаешь индексацию дисков в macOS, скрип прекращается досрочно. Мое подозрение как раз в технологии производства SSD диска. А поскольку машинка новая и производится первый запуск, компьютер начинает настраивать и анализировать все содержимое диска. Возможно, производитель какие-то фоновые свои задачи по безопасности. Но, друзья, Mac Mini 2018 у меня пошел 2-й год. Больше таких звуков зафиксировано не было. Поэтому я уже давно отношусь к этой теме спокойно, поскольку пока не вижу в этом никаких проблем. Так же, как и не вижу в MacBook Pro 16 дюймов. Друзья, там вся мощь ПК находится на одной плате. Конечно, там будет что-то крутиться и скрипеть. А также будет корпус нагреваться с клавиатурой обязательно. Так было и будет всегда с MacBook'ами. Никто и не заявлял для вас, что он будет работать в полной тишине с такой мощностью процессора и видеоядра. Если будут первые признаки брака на рынке, я вам расскажу, но пока это штатный режим работы компьютера, и вас этот шум не должен беспокоить, так как вы его не услышите. Вас больше будут беспокоить шум кулеров, но это в другом блоке. Итак, это первое знакомство с MacBook'ом Pro 16 дюймов. Следующие блоки будут уже детальные, а мелочи мы уже разбирать не будем.